Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Денис. Мы продолжаем проходить Гарри Поттера и Тайная комната. Вас приветствует этот гном. И пора ему на пенсию. Так. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, у нас немножечко... Ох, ё-моё. А вот это я... Чё-то я... Как-то не очень втираю, что нам с этим делать. Какой-то лифт. Да пошёл ты, мана! Да пошёл ты в жопу! Ой, ё-моё. Мне ничего не видно. Иди в бочку. Так, подожди, а тут тупик? Ага. Так, я чё-то не могу понять. Синяя сейчас открывать, что ли? А, вот. По-моему, все. Если, конечно. Что? Там еще проход? Стоп. А зачем? А зачем нам тут... Да иди в бочку! А зачем это нам? Чё-то ничего не пойму. Бред какой-то. Иди сюда. Мешать не будешь. Да. Да. Грёбаная непонятная ситуация. В смысле? Не понял. А как нам туда попасть? Чё за бред? Что? Не понял нифига. И что это значит? Как идти? Как нам идти, я не понял. Ну мы переп... Блин, поздравляю, чё нам делать, я не понял. Тут ходов дофига. Решетки какие-то. Это трэш какой-то. Допустим, а дальше? Сюда, что ли, перепрыгивать? Реально? Что это нам дает? Вопрос. На миллион вопросов. Ну и что это дает нам?
Чё? Чё за банка? В смысле? Кора. Так. Насчет коры-то я понял. Так, ну это в принципе уже понимаю, что делать. Только. Так, а что тогда открыть надо? Зеленые. Так, да, походу зеленую мы можем взять. И куда это ведет? Первый ход. И что это нам даст? Бонус определенный есть. Конечно. Если в плане зелий брать. Так. Теперь бы не запутаться. Нужно открывать, наверное, красные или синие. Ай-яй-яй-яй, чуть не это. Не грохнулись. Так, что будет, если мы красный откроем? Мы заблокируем тот вход, да? Так, стоп, а мы его... Мы теперь можем пройти? Мне логика не путает ничего. Так, подожди. По-моему, можно пройти. Если я ничего не это... Не путаю, да? Да, можно пройти. Так. Сколько у нас теперь получается? Два зелья можно сделать, да? Так, ладно. Закрываемся. И проходим дальше. Так. Надо подумать, 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 подумать. Так, наверное, красная. Ага, и синяя, да? Так, наверное, зеленая. Синяя нам что-то даст? Да. Мы, походу, с того края можем зайти уже, да? Синего, да, края, по-моему. Да, по-моему, так. Отлично. Вот мы и справились. Что это за... У нас теперь открылось 3 здоровья. Интересно. Так, а что это значит? А что значит вот это? А, вот оно чё. О, еще тут вкусняхи запрятаны были, да? А, это тоже вкусняхи, что ли? Ё-моё. А первый раз, кстати, думаю, что это не вкусняхи. Ну все, вроде бы сюда. Пердёж судьбы, ну уж нет. Живи в вулкане на дне. Так. Сколько там минут?
Еще нормально. А то запись, конечно, эпична. О май гад. В смысле? Там это, Пикси или мне показалось? Да, Пикси. Так. Ты докрутился? А, ты обратно докрутишься. Там. Воу-воу-воу! Это было не вовремя, да. Так, подожди, а этот крутится, только медленно крутится. Да, ты что-то медленно крутишься, дружище. Блин, даже кофе нельзя нормально выпить. Кофе нельзя. Ух, ё, крутишься, вертишься. Давай. Оу. А вот еще сохраняшка. Нормально. Так. Куда тебя кидать? А? Да-да-да-да-да. Да-да-да. Куда тебя кидать? Да ёпатаре! Да, блин, черепаху убить надо, ну. Пердёжница. Нафиг иди. Реально гном помешал. Тупо помешал гном. Чтоб я его... А дальше? Да нафиг иди, блин. Я просто собирательством занимаюсь. Чё вы тут нач... Так, я не пойму, а почему тут два хода? Чё ты там вертишься, крутишься? Кто там плюется? Кто так? В смысле, так далеко? Аж там? Ой, блин, я там конфетку одну просрал. Оу. Даже не одну, а целых две. Так, ладно, попробуем допрыгнуть и уничтожить их. Да ё-моё! Чё, вас два раза надо уничтожать? А, вот. А, можно и так. О, как мы систему обманули, да? Эй. Так, тут тоже вкусняхи, да? Разбей. Не надо тут... Двигать, прыгать. А, вкусняха, да? Вот вкусняхи. Воу! В смысле? Это что было за... Я бы сказал... Лучше бы я сказал, но... Ладно. Так. Ой, как я не люблю эти...
Узкие проходы, как у бывшей, ну да ладно. Так. Ну и где нас ждало, типа что-то ждало там, я не знаю. Вот козлы. В смысле? А, о, как. Так, стоп. А второй ингредиент где брать? Я в кабинете зелья. Только бы Снег меня не застукал. Так, подожди, мы тут же были. Ну да. О, Гарри, пришел за покупками. Привет. Как насчет покупок? Смотря каких. Блин, очень мало. Эти-то мы соберем. Сколько мы собрали? 11 карточек. А что у тебя есть? Слизь книжных червей, высший сорт. Сам ей пользуюсь. 50. Может быть, в следующий раз у меня для тебя что-нибудь найдется? Так, подожди, а сколько у нас этих ингредиентов? 2, 4. Не, у нас дофига. Тут кора рябины, правда, у нас А что у нету. тебя есть? Кора рябины, еще мокрые от росы. Так, подожди. Еще, да? Все. Спасибо за покупку. Да-да-да. Во, другое дело. Теперь можно прилично сделать зелий. Так, лишь бы этот черт нас не заметил. О, даже 7 у нас. Это круто. Только как они используются, вопрос. Я еще даже это не понял. Как насчет покупок? Да нет, спасибо. Так. Привет, Гарри. Привет. Я нашел рог двурога. Отлично. Тогда я начну варить зелье. Правда, я пока не знаю, где взять второй ингредиент. Но это вопрос времени. Гарри, в Хогвартсе открылся дуэльный клуб. Сегодня первые занятия. Интересно. Если хочешь научиться вести дуэли, приходи в большой зал. Дуэли. Ну, пойдем глянем дуэли. Стоп. А там тупик? А как туда попасть? Вопрос. Стоп, подожди. В смысле? Не понял. Ну да ладно. Всем меня видно, всем слышно, прекрасно. Я учредил дуэльный клуб, чтобы научить вас приемам защиты. Собрания клуба будут происходить ежедневно в комнате за большим залом. Дуэль ведется до тех пор, пока один из ее участников не потеряет сознание. На дуэлях разрешены 3 заклинания. Rictus Empro отбрасывает противника, уменьшает его выносливость. Мимбль-вимбль мешает противнику применить следующее заклинание. Экспеллиармус отражает заклинание противника на него самого. Чтобы выбрать заклинание, прокрути список с помощью правой кнопки мыши. Чтобы атаковать противника выбранным заклинанием, нажми левую кнопку мыши. Удерживая эту кнопку нажатой, ты можешь вложить дополнительную силу в заклинание Rictus Empro или Мимбль-Вимбль. Обратите внимание, что во время дуэли нельзя пить зелье и совершать прыжки.
Для участия в дуэли требуются конфетки дрожжа Берти Ботс. Победитель получает конфетки побежденного. Чтобы вызвать ученика на дуэль, подойди к нему. Если у тебя в запасе достаточно конфеток, поединок состоится. Мой помощник, профессор Снэк. Я ваш коллега, а не помощник. Рассказал мне, что знает кое-что о дуэлях и любезно согласился принять участие в нашем мероприятии. А теперь небольшая демонстрация. Мистер Поттер и мистер Уизли, прошу на ринг. Нет. Эту неразлучную парочку необходимо разделить. Мистер Малфой, подойдите сюда. Посмотрим, как знаменитый Гарри Поттер сразится с вами. Я проучу тебя, Поттер! Ну что ж, палочки к бою. На счет три начинаем. Боишься, Поттер? И не надейся. Раз... Два, три. Берегись, Поттер. Твой противник – представитель несравненного Слизерина. Риктусемпра! 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 А где его жизнь? Слизеринцу нанесен нечестный удар. Держи дистанцию. Не подпускай Поттера близко. Что, Поттер получил? Риктусемпра. Риктусемпра. Слизеринцу нанесен нечестный удар. Риктусемпра! 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 Да, непросто. Риктусемпра! Банально, конечно, но непросто. Риктусемпра! Риктусемпра! Иди в баню! Да иди в баню, Малфой! Риктусемпра! 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 Держи дистанцию. Не подпускай Поттера близко. Риктусемпра! 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 Что, Поттер получил? В смысле? Риктусемпра! Хрена вы поддакиваете прям под этот, блин. Риктусемпра! Поттер победил Слизеринца. Какая жалость! Серпенсортия! Пошли опрочь! Что это было? Может, Гарри просто шипел? О, нет! Не может быть! Не может быть! Это не он! Гарри, ты змеюст. Ты умеешь говорить и что? Со змеями. А то, что на змеином языке говорил Салазар Слизерин. Оттуда и змея в его гербе. О, нет. Точно. И теперь вся школа будет думать, что ты прапраправнук этого самого Слизерина. Но я ведь никакой не прапра. Ладно, увидимся позже. Пока, Гарри. Всю ночь Гарри мучил один вопрос. А вдруг он и вправду потомок Слизерина? Ребята,
технологии меня не будет. Я собираюсь варить оборотные зелья в туалете Миртл. Невероятно! Гермиона и вдруг прогуливает. Ладно, Гарри, нам пора. Идем на урок. На урок. Надеюсь, наследник не ты. Ты не годишься в наследники. Угу. Ясно, понятно. Так. Стоп, а куда ты идешь? Вопрос. А куда мы идем? А, травология тут? Подожди, это типа мы на травологию идем? Так, стопы. А у нас будет тут это? Так. А сколько надо собрать, чтобы получить? 30, что ли? То есть 5 полосок это 50 штук, да? Бронзовую. Да, еще надо их как-то собрать, купить. Так. Здравствуйте. Сегодня у нас первый урок травологии в новом году. Если кто забыл, напоминаю, я профессор Стебль. Итак, начнем. Сейчас я научу вас режущему заклинанию Дефинду. Им очень удобно подрезать кусты в саду. Кто из вас хочет выполнить упражнение первым? Я, профессор Стебль. Что, берешь пример с Гермионы? Молодец. Да, при чем тут Гермиона? Так, ладно, давайте. А теперь, Гарри, сосредоточься на символе, который ты видишь перед собой. Видишь указатель? Сейчас он начнет двигаться. Как только указатель окажется над стрелкой, нажми клавишу с такой же стрелкой на клавиатуре. Упражнение состоит из трех этапов. Чтобы перейти к следующему этапу, ты должен хорошо выполнить задание предыдущего. Начнем. Первый этап. Начали. Поздравляю, Гарри! Ты перешел к следующему этапу. 5 баллов Гриффиндору. Второй этап. Начали! Поздравляю, Гарри! Ты перешел к следующему этапу. 10 баллов Гриффиндору. Третий этап. Начали. Поздравляю. Ты отлично справился с упражнением. 15 баллов Гриффиндору. Гарри, ты выучил заклинание Дефиндо. Семена знания нашли благодатную почву. А сейчас у нас будет практикум по Дефиндо. Гарри, добро пожаловать на практикум по заклинанию Дефиндо. Чтобы завершить его, тебе нужно найти последнюю звезду. Да, понял я. Она находится в верхнем коридоре. Так. Доберись до нее как можно быстрее. Если ты не справишься с этим вовремя, твой факультет не получит баллов. По пути обязательно собирай звезды. За них ты получишь дополнительное время, а твой факультет — баллы. Постарайся найти все звезды.
Постарайся добраться до последней звезды как можно быстрее. Чем меньше времени ты на это потратишь, тем больше баллов достанется Гриффиндору. Некоторые растения, например, плющ, имеют дурную привычку оплетать двери и коридоры. В таких случаях тебе поможет заклинание Дефиндо. Так, ладно. С вами был Денис. В следующей серии мы продолжим это проходить. Так что ставьте лайки, приглашайте друзей. Всем до встречи, всем пока.